взяла твой адрес у Муко. Зашла с тобой попрощаться. Я уезжаю в Анкару. Что это? Это письмо, которое ты мне оставил в Германии. Ты порвала его? Но потом склеила. Я никогда не забуду тебя. Потому что ты самый чудесный парень. Чудесный, говоришь? Ты хороший человек. Я желаю тебе счастья. Ты никуда не уедешь. Мы с тобой не закончили наши дела. Ты же обещала мне помочь. Прости. Мне надо ехать. Не проси прощения. Просто держи свое слово. Я не могу. Прощай. Приготовишь мне долму, а потом можешь ехать. Какую долму? Обычную, в листьях. Я не умею готовить долму. Прости меня. Но я могу приготовить долму с красным перцем. Пойдем, познакомлю тебя с сестрой. У тебя есть сестра? Конечно, есть. Даже племянник есть. Он очень милый паренек. Эмине? Эмине! Наверное, ушла к соседям. Значит, мы с тобой одни. И что? Значит, не будем грустить, а будем веселиться. Как это? Не знаю. Может, ты что-нибудь предложишь? Я пошла. Ты опять сходишь с ума.
Ты никуда не уйдешь. Пусти меня. Я же пошутил. Больше не буду. Шутить со мной вздумал. Сама виновата. Еще долму хотела тебе приготовить. Исчезни с глаз моих. Что, даже пошутить с тобой нельзя? Поехали в магазин. Послушай. Если ты еще раз это повторишь, то тебе никакая долма не светит.